Руки бьем в такое положение,
правая сверху, левая снизу, пам. И крутим под себя. Да-да-да-да. Чтобы не вернулись в то же самое положение. Пам-пам-пам-пам. И отворачиваем голову. Делаем все то же самое руками, но голову возвращаем назад. Пам-пам-пам-пам. И в этот раз акцент будем делать тазом. Пам. Нужно немножко завести его назад и ударить вперед. Как будто с небольшой волны. То есть первый раз мы делали просто это движение. Пам, тянули голову. А второй раз пам, запустили небольшую волну. И здесь пам. Сделали точку. Пум. А дальше отставляем левую ногу, а руки раскрываются. Пам. Сейчас объясню пока только руки. Руки раскрылись, закрылись, наверх, раскрыть в сторону, сделать такой кружочек, правая сверху, левая снизу, повернуть кружочек, закрыться, правая снизу, левая сверху. Дальше нужно будет подать вперед корпус, и кто-то отводит только правую руку, кто-то обе руки на себя, кто-то вообще руки вот здесь держит, разные партии есть. Акцент будет в груди. Нам нужно будет вывести грудь и помочь себе руками. И бьем правой рукой как будто бы в живот и запускаем движение ногами. Ноги. Мы отставили левую, раскрыли руки. Когда руки закрылись, мы свели колени. Поднимаем руки, мы ничего не делаем. Когда руки раскрылись, у нас выводится левое колено. Пам. Сделали овал, ноги ничего не делают. Когда меняем местами, у нас меняются колени. Закрылись, ноги снова ничего не делают. И когда нам нужно будет подавать корпус вперед, мы помогаем себе левой ногой. Сгибаем колено и поднимаемся на носочек, как будто качаемся вперед. Были здесь. Так. И бьем правой рукой в живот. И коленки раскрываются сначала через кружок левая, и за ней правая. И она бьет внутрь. То есть та-пам. С руками сделали эту штуку. Та-так. Руки в таком положении, что левая закрывает глаза, а правая возле живота. Та-та-да. С этого положения скидываем руки вниз, как будто делая толчок. И поднимаем левую ногу на шаг. Так. И немножко зависаем в этом положении. Пам. Шагаем на левую ногу и выставляем вперед правую. Будем бить правой ногой в пол 4 раза. Раз, два, три, четыре. На второй счет у нас отворачивается голова. Раз, два, три. Снова топаем, и на 4 голова возвращается назад. С этого положения делаем небольшую затяжку. У всех это тоже разное, но суть в том, что нам нужно опуститься вниз. Кто-то делает та-да-да-да-да. Кто-то опускается наоборот больше вперед, та-да-да-да-да. Кто-то в сторону, па-па-па-па. В общем, суть в том, что вам нужно с небольшой точки, пам, и с волны опуститься вниз, в любое положение. Дальше у нас переход. Та-да-да-да, опустились. У нас есть счет, чтобы переступить, либо сделать слайд, неважно. И крутим руки от себя. Та-да-да-да-да. И падаем вниз. Медленно подсчет. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. И 8. И раз, два, три, и 4. И так. Anyone. Так. Так. Anyone. Так. Раз, два, три, 4. 5. 6. 7. 8. Раз, два, три, 4.